Господи, какое сложное название для города. Что хочешь сказать мне? Держи, Кэт. What the fuck is this? Сумочка. Или что это? Фотоаппарат? Откуда ты его взял? Бори принесло, я его починил. У меня руки из нужного места. Один сюрприз за другим. Если фотоаппарат тебя не интересует. Не-не, давай его сюда. Так-то лучше. Спасибо, Сид, не терпится попробовать. Пойдешь гулять, обязательно захвати. Так, фотографирование. Нажмите. Снимки с камеры автоматически сохраняются. Нахера вообще вот этот фоторежим? Вот в любую современную игру пытаются впихнуть этот фоторежим. Ну на кой он нахрен нужен? Я не понимаю. Нажмите, так, для жестикулирования, чтобы пропустить на заново, нажмите. Используйте съемку штатива, чтобы запечатлеть разные жесты Кэт. При наличии подключения к PlayStation Network вы можете делиться своими фотографиями с другими пользователями для оценки. Здорово, получите знаки дымки. А, за оценки. Ну, насколько я знаю, сейчас онлайн в этой игре уже сдох. Я считаю, что никакие знаки мы не получим. Так, знаки дымки можно получить, участвуя в онлайн-событиях, например, выигрывая испытания, получая оценки фотографий. Собирайте знаки дымки, чтобы получить особые награды. Ой. Так, что тут у нас? Камера есть? Бля. Открыть карту. Куча побочек. А это что такое, кстати говоря? Задание с испытанием. Бой с лимитом времени 1. Здесь можно пособирать эти. Да, побочек здесь дофига. Ладно, пойдемте вот это испытание сделаем. Да, куст. Ну-ка. Начать. Так. Драка по утру. 850 получим. Да. Ну давай попробуем. Thank you.
Хотел бы спиральный коготь попробовать. Не, нифига. Ой. А там надо 800, да? Ну. Сетевые сервисы уже... Ну, я понял. А надо было 800. Понятно. Все то же самое. Хрен с ним. Как-нибудь по-другому будем прокачиваться. Тут еще меньше дают времени, по-моему, чем в первой части. Ладно, так. Ой, что там дальше-то? За побочки не дают ничего. Позорный котенок. Ой, все хотят со мной поля-ля. Прям вообще очень сильно хотят поля-ля. Всем есть что сказать. Скажешь, что тебе нужно? Ой, ничего, просто стало интересно, чем вы заняты. Я занят тем, что слежу за порядком. Не видишь, что ли, что я в форме? Похоже, местная полиция. Типа того, наверное. Да. О, это я соберу, спасибо. Что-то есть. Я морепродукт. Это один получается, да? А, нет. Вроде по десяточке. Да, нет. Да, по десяточке. Тут у них и телевизор есть. Это хорошо. Так, кто со мной еще хочет полилякать? Ой, я получил новый наряд. Озорной котенок. What the fuck? Новый наряд. Чтобы примерить его, вводите в режим фотосъемки. Так вот меня и заставляют в режим фотосъемки. Ну вот здесь нормально, наверное, а? Делать снимок. Съемка со штатива. Выбрать наряд. Нифига себе тут нарядов-то. Темный ангел, там кошечка какая-то. Туби. Да. А что, я теперь в этом костюме могу бегать? Да, я не хочу в этом костюме бегать. Вот этот еще можно смотреть. Ну, вот в этом можно поверить. В принципе, неплохо. Ладно, погнали. Ну и что хотел поля-ля? Большой. Да. Сразу 50. Кончик. Нет.
Надо мне их... Ой, что тут есть? Блин, ну мимо этого я пройти не могу, да? Я слишком жадный. Чё это ты не можешь туда забраться? Все равно мало. Берем и все, и хватит. А то это этим я могу бесконечно заниматься. Классная кошка. Обожаю, когда в гавань заводят аэролодки. Столько людей, столько всего интересного. Тут куча классного. Хотя многое я до этого не видела. Ну прямо тебя и твою черную кошечку. Ты думаешь, что мы классные? Очень-очень. Да. Так, давайте сменим все-таки наряд. Не знаю даже. Обычный, короче, надо взять и все. Нормальный. Что там? Вы получили реквизит Рапи. Новый реквизит. Возьмите его. Так, ага. Реквизит зеленый контейнер. Синий контейнер. Желтый контейнер. Бля. Ладно. Дальше-то. Да блин, я уже замучился с этим реквизитом вашим. Конечно, желтый контейнер, да. Вы можете его использовать в режиме фотосъемки. Красный контейнер. Вы можете его использовать. Мы получили там какую-то фигню. Только что ее напялили. Автомату. Так, ладно. Шарик. Мой шарик. Фу, таким быть. Но интерактивность, мать его. Самые сочные шашлычки во всем этом самом. Да. Эй, мадемуазель, не хотите попробовать? Спасибо, но я сначала смотрюсь. Да ладно. Сожрала бы шашлычок-то. Надо привыкать карту юзать через крестовину, блин. А не через эту самую. Не через менюшку. Так, кто тут, что тут имеет нам сказать? Давно не были в порту. Ну, вечерком, неважно. Я тут товар проверяю, я очень занят. Что-то мне подсказывает, что его больше интересует ночная жизнь. Ну да.
Эх, сейчас мы... Бэм! Нормально. Кость не задета. Мы сюда не развлекаться ехали. У нас куча работы. Мужчины явно думают, что мы приехали на курорт. Раздражает. Но город и правда шикарный. Есть. О, Лиза. Лиза. Сирка Паралау. Мы здесь задержимся. Нужно пополнить припасы. Сиси, не забудь проверить груз. Хорошо, Лиза. Кэт, можешь осмотреть город, только не ввязывайся в неприятности. Неприятности? О чем это ты? Мое второе имя это неприятности. Как бы говорит она нам. Что тут еще? Блин, так. Ага, вот здесь есть что-то, здесь есть что-то. Здесь тоже есть что-то, но здесь не с кем полялякать. Ладно. Мы поедем вот сюда. Посмотрим. Может не хватит, кстати говоря. Нормально. Так, и кто здесь есть, кто хотел со мной поздороваться? Джипур? Так, ты вместе с флотом Банги прибыла? И Круда самая лучшая. Все говорят, что в нашем городе лучше не найти. Спасибо. Думаю, жителям Банги это будет приятно услышать. Ну, блин. Опять я забываю, что здесь можно все проще сделать. Большой город. Но... Блин, растаман какой-то. Слышь, есть немножко волшебства, а? Окей. Слушай, я что-то... А, слушай, что-то я тебя раньше тут не видел. Недавно тут вообще. Ты поосторожнее, полно карманников. Спасибо за предупреждение, похоже, тут и правда опасно. Так, что-то я хотел еще... Да шо ж я тебе, блин... А, вот сюда, да. Надо бы вот сюда сгонять. Ой. Ура. О. Я отсюда не уйду. Так, ну и туда. Ой.
Ой, будь здоров. Спасибо, пожалуйста. О, сколько новых жертв, то есть новых лиц. Ты чем? Надо им сказать, чтобы обязательно вести мое заведение. Мне хочется, чтобы одинокие странники нашли свою любовь. Матери Банги, прячьте своих сыновей. Ну, так я зайду вечерком-то. Чё бы нет. Так. Дайте мне. Не спрашивайте. Я потом привык. Вижу. Давай поговорим. О, Фи, здорово. Для начала нужно, чтобы администрация порта разрешила нам причалить. Официальное разрешение требуется даже торговым судам, принадлежащим этому самому городу. Брат сказал, что проверит груз, пока я получаю разрешение. Надеюсь, разумно было доверить ему эту работу. Бога не ребенок, думаю, с грузом он как-нибудь справится. Так, я все это заберу. Все заберу, блин. Мне там показалось, или там был остров с... Да, то остров с пальмами. Наверное, резиденция какого-нибудь элитного дядьки. Ну-ка, давайте посмотрим. Может, он хочет жениться? Нет? Я тут еще видел много всего. О, например. Я просто осматриваюсь. Ну и собираю заодно. Все, что может пригодиться. Драгоценные подсказки. Сфотографируйте ящик с сокровищем или его окружение, чтобы получить... чтобы помочь другим игрокам найти его. Если другой игрок найдет сокровище с помощью подсказки, вы получите знаки дымки. Но теперь это уже не работает. Да, что ж ты будешь делать? Ой, как же меня
это самое. Качу это от этих ракурсов камеры, блин. Интересно, если я разобью. Нет, ничего. Ну, по крайней мере, интерактивность. Так, я ничего сюда приперся. А. Вот так. Найдем люк. Ух ты! Тут еще и люки телепорты. Таинственные люки телепорта. Следуют таинственные люки, разбросанные по городу, чтобы использовать как телепорты для быстрого перемещения из одного места к другому. Нельзя использовать во время заданий. Ну и ладно. И не особо-то не надо. Что-то резвое летит. Здесь пачка газет. Okay. Эй, там внизу. Я уронил газеты, можешь мне их передать? О, госпожа, простите, наверное, для вас это далековато. Да не, ловите. Спасибо, у вас сильные руки. Думаете? Я тут доставкой занимаюсь. Большие и маленькие посылки всем подряд. Один из моих коллег повредил руку, и мы ищем кого-нибудь ему на замену. Не поможете? Да запросто! Сможете доставить эти посылки на остров Лей Кумс? Давай. Пора разносить газеты. Мне просто нужно доставить их сюда, и сюда, и еще сюда. Может, если я буду просто бросать их людям в окна и на балконе, это сэкономит время. Доставка газет. Подойдите на место, отмеченное меткой, и нажмите, чтобы оставить там газету или доставить ее. Да ладно. Это на время? Яма. Ну, не знаю, ну так это оригинально, конечно. Да ё-моё. Так, вроде готово, да? А куда мы теперь?
Если потренироваться, то можно это делать гораздо быстрее. Где еще один? А вот где-то здесь. Готово. Ух, наконец-то получилось все достать. Ну и чё? Зачем был счетчик времени, непонятно. Пора двигаться дальше, будьте осторожны. Ладно, пора ускориться. Чё? Ты чё? А! Я не знаю, как они тут хотят, чтобы я использовал гравитационное скольжение. Это надо, типа, скользить и прыгать, что ли. Да мне проще так. Куда теперь? Присядем тут. То почти уже кончилось. Да нет, бегать очень сложно, здесь одни ямы и всякие эти. Ё-моё, 25 штук всего. Вижу. Ой. Нужно тут гравитационное скольжение вообще. Задолбаешься. Так, я возьму. Спасибо. А, ну тут дофига, конечно. Ничего не скажу.
Ладно, можно сказать, вы меня, блин, уговорили. Да не очень-то это удобно, на самом деле. Готово. Можно было бы и побыстрее, но... Я тебе чё, спидранер, что ли, ё-моё? Может, хватит? А, ну, вроде как хватит. Так, спасибо вам. Мы успели точно в срок. Я-то знаю здесь все вдоль и поперек, но в одиночку. Вы хорошо знаете окрестности. Как свои 5 пальцев. Вы здесь впервые. Если хотите что-то узнать, спрашивайте. Ну, есть кое-что. Вы когда-нибудь слышали о городе Хексвилле? Хексвиль? Нет, не уверен. Ну, все равно спасибо. Я уверен, что однажды смогу вернуться туда, когда управлюсь со всеми делами здесь. Окей. Эй, будьте слоняться по округе, в следующий раз попрошу кого-то другого. Похоже, вы созданы для этой работы. Ну и чё? Побочку я сделал, ладно. Что это мне дало? Да вроде ничего. Есть люк, есть такое задание, 2 побочки, еще какая-то штука появилась, доставка газеты. А это на время вот как раз, наверное, да. Ну, ладно, ну, я пойду вот сюда. А я думал, это Ксений Кристалл. Нормально. Приземлилась. Главное, что не убилась. Сид, чё ты опять затеял? С чего сделано счастье? Эй, Кэт, тебя-то я и искал. Можешь найти Гавана и принести мне винт? Винт? Хорошо, поищу его. А где Гаван? Я поэтому прошу тебя помочь, что не могу сейчас его искать. У меня так все болит, ну знаешь. Хорошо, я найду Гавана и принесу тебе деньги. Найдите Гавана в банке. Банки. По-моему, да? Не ты ли Гаван? А? Гаван? Не, сегодня не виделись. Он общается со многими из Зирга Паралао. Может, он в городе? Твою мать. Их не это. Есть.
кто-то что-то имеет сказать. Ну-ка, Циси, а не знаешь, где Гаван? Он ушел на рынок, думаю, он там у прилавков. Ушел за покупками. Спасибо, поищу его. Кия! Интересно, зачем Сиду понадобился винт? Он что-то завинчивать будет, ваш Кэп. Ну-ка. Гавана? Гаван, что ты делаешь в этом магазине, кстати говоря? Его хозяин, мой старый приятель. Когда бываю в городе, всегда захожу узнать, нужно ли ему чего. Слушай, Сид искал винт, у тебя есть? Дай подумать. Да, Сид что-то такое говорил недавно. Есть у меня один на складе в банке, только ты его там не найдешь. Сини, я пообещал присмотреть за лавкой, не могу просто взять и уйти отсюда. Может, я побуду здесь за тебя? Да, можно, сегодня клиент не так много. Хорошо, я пойду найду винт, а ты пока побудь в магазине. Мне впервые предстоит такая работа, немного волнующая, но так здорово. Да ты маньячка. Ладно, когда никого нет, это довольно скучно. Может, попробовать зазывать людей? Управление магазином. Прохожие реагируют на позы Кэт. Попробуйте разные позы для привлечения покупателей. Бля. Помахать. Сколько народу-то собралось? Дело идет на лад, я смотрю. Да, покупателей прибавилось. У тебя, похоже, талант завлекать людей. Я дал Сиду винт, но понятия не имею, что он там делает. Он что-то делает? Не уверен, сама спроси его. А я продолжу работать в магазине. Хорошо, пойду узнаю у Сида, чем он занят. Ну, пойдем узнаем у Сида, чем он занят. Ну, как думаешь, ничего так? Как здорово, так хочется танцевать. С каких это пор Сид у нас музыкант? Эй, Кэт, спасибо тебе большое за винт от Гавана. Теперь мне нужна толстая проволока. Что, еще запчасти? Эй, ну выручи, я хочу сделать кое-что классное. Что именно? Гитару. Ёпарцу ты. Сид, сыграй ту песню еще раз. А, конечно, конечно. Кэт, так... Ты мне поможешь? За мной не заржавеет. Почему-то просто не скажешь, зачем тебе это. Видно, придется искать самой. Наверняка проволока есть там, где в лодке. Правда, в галочке.